Пацаны, всем доброе утро. Я уже не знаю, честно, сколько мне надо кофе выпить, чтобы проснуться, потому что это какая-то жесть. Мне уже 2-3 кофе не хватает. В общем, приехал уже с утра пораньше в парикмахерскую. Меня должен постричь, как всегда, мой любимый парикмахер, а.к.а. Браджики, а.к.а. Бэйби Ги. Но я ему написал в WhatsApp, успевает он или нет, что-то он не отвечает. Мало того, что у него здесь все открыто, просто заходи, забирай, уходи, никого нет. Я еще искренне верю, что он не проспал, потому что если он проспал, это будет сильно, конечно. Я пришел, просто сам себя постриг вот так с кайфом и уехал. Ладно, что, ждем его. Не хочу звонить ему, честно, не хочу расстраиваться, когда он поднимет вот эту трубку, вот так: «Алло, я уснул, я проснулся». И я такой: «Еба». Ладно, пацаны, всем хорошего дня. Я думаю, еще кофейку надо будет дать попозже.